Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Друзья, мы с вами уже находимся в Солт-Лейк-Сити, и, в общем-то, до госпиталя, куда нам и нужно было дойти, осталось-то вот всего ничего. Семейное фото. Попробуем разглядеть. Здоровски. Нет места. Снова нет места. Делаем аптечки, я думаю, сразу. Так, да, сделаем аптечку, сделаем коктейль Молотова. Что у нас с дробовиком, например? А, нет, прошу прощения, здесь не дробовик, а здесь винтовка у нас в этом слоте. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны — дело такое. Так, ну нам сюда. Вон он, видите? Красные буквы на здании — это как раз именно то место. Так, один момент. Здесь, похоже, что-то есть. Сейчас подбегу поближе. Попробую рассмотреть. Нет, это просто... это просто лучи солнца. Но, может быть, здесь нам больше повезет. Как видно, пусто. Ну ты подумай, куда не придешь, карантинные зоны заброшены. А тут даже что-то горело. Причем, смотрите, до сих пор дым идет. Тут было жарковато. Недавно. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Мы с вами на верном пути. И пройдем через это здание. Ну что, Элли, где ты там? Догоняй побыстрее нас. Может, у меня, между прочим, я напомню, неплохая винтовка. Прошу прощения. Срежет. Да, могут срезать здесь они. Вот что-то нашел. Это ткань. Немного, но этого, в принципе, достаточно. Так, как же туда забраться-то? Можно по лестнице. Элли? С ней, по-моему, что-то случилось. Ну какая-то вот она малоактивная. Элли? Элли? Что? Лестница, давай. Ага. Сейчас.
Господи. Эй! Ты куда? Элли! Элли! Куда она удрала? Смотри скорее! Что это? Это что? Глазам не верю. Идем, скорее! Здесь не один, а целая семья. Смотрите-ка. Ну, значит, здесь нет зараженных, я думаю. В противном случае они бы навряд ли так спокойно здесь разгуливали в этой зоне. Ох, а здесь их вообще, смотрите, штук 8, а то и 9. И как? Это то, чего ты ожидала? Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. Ну а нам тем временем все-таки нужно идти дальше. Отказаться? Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и просто забьем на эту хрень. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Да, все-таки в этих кучах мусора можно что-то найти. Давайте проверим мужскую уборную. Комикс. Тут ее комиксы. Тоже страшная смерть на толчке.
произошла. Книга номер 9. Непременно отдадим Элли. А женский вообще разворотило. Похоже там. Итак. Ну что, Шелли, надо теперь искать... Как в прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я... не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека. Лишь сочувствую. Спасибо, Элли. Наконец-то мы с вами нашли инструменты. Теперь у нас инструменты 5 уровня. Но также нам с вами потребуется найти и верстак. А вот где его искать — это хороший вопрос. Потому что я не имею ни малейшего представления. Таблетки, наверное, уже не так уж, в общем-то, и важны сейчас, потому что основные свои способности мы уже прокачали. Я думаю, что стоит нам, пожалуй, здесь все-таки побегать. Вон верстак. Верстак здесь у нас обнаружился, и слава богу. Так, сможем ли мы туда подняться? Сейчас, позвольте, я проверю. А по-моему, все-таки это как раз то место, откуда мы с вами пришли, да, скорее всего, потому что там дальше был переход. Поглядим сейчас с вами, как мы можем улучшить наше оружие. Ой, тут смотрите, сколько всего еще нам. Прям какая-то награда. Карта Salt Lake City. С отметками. Так, приступим. И вуаля. Ну что же. Не очень много у нас деталей. Вот в чем проблема. Прицел. Улучшение прицела оружия. Ну куда же уже улучшать-то больше. Правильно. Емкость магазина. Отдача. Дальность. Скорострельность. Давайте дальность, наверное, возьмем. И, пожалуй, больше здесь улучшить-то ничего и не получится. Должно выдержать. Зато теперь при выстреле из дробовика мы сможем расщеплять на атомы зараженных гораздо больше дистанции. Подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом... ее утащила. Надеюсь, ты не против? Фотография. Ну да. Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. Salt Lake City впереди. А здесь эвакуация. Для эвакуации используйте данный тоннель. Так, на дробовике у нас 13 выстрелов. Что-то мне не очень хочется в тоннель идти, если честно. Ну ладно, придется так или иначе. Сейчас быстренько посмотрим. Тут ничего. Ну что же, ныряем тогда туда вниз. И как раз на выходе мы с вами будем уже у входа в этот самый госпиталь. Я точно знаю. Ты о чем?
Ну да, было бы забавно, если бы цикады на этот раз обломали их. Так. Вроде все спокойно. Но это вроде. Тут ничего. Хоть бы тут зомби этих не было. Хоть бы не было здесь... Ага, черт из два, друзья. Их тут хоть одним местом кушай. Ну что же, придется развлекаться тогда. Да. Не свезло. Не свезло нам. Очень много. Причем здесь бегуны. Топляк один, но там и дальше могут быть топляки. 100%. Конечно, как вариант, можно пробежать вперед. Можно ли забраться на капот этого грузовика? Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Ну ладно, начнем тогда с вами. Так, давайте-ка вот эту винтовку сейчас уберем с вами. Потому что не время. И будем использовать лук. Плюс здесь, обратите внимание, в запасе у нас пара стрел будет иметься. По-тихому надо с ними разбираться. А то будет очень плохо. Так, есть. Сейчас с этим разберемся. Надеюсь, с одного удастся его подбить. Yes. Да. С одного ложится. Этот бегунок. Тут еще один у нас мешается, который... Так, повыше. Отлично. Проходим дальше и избегаем топляка. Понятное дело, что лучше сейчас ничем не светить. Так, щелкун нам неприятностей не должен доставить. Но, думаю, желательно, конечно, его снять. Так, он убит. А бегунок? Так, бегун там вроде бы остался неподвижен. Ох, его тоже надо убивать. Потому что если сагрится... Убит. Все, он стих. А вон топляк идет. Здорово. Будет чем их поджигать. И давайте смотреть дальше. Смотрите-ка, тут есть какой-то проход... Но, как бы, мое погружение в воду не привлекло их внимания. Так, есть. Туда смогу добить? Да, еще как. Ну, самых быстрых, короче, мы с вами сняли. Остались, в общем-то, наверное, самые опасные. Твою дивизию. Так, ну и чего? Я вроде бы спрятался. Но он так, насторожился конкретно. Ну что ж, пожалуй, надо расщеплять дробовик. И... так как лук мы с вами больше использовать не будем. Давайте сейчас здесь огнемет поставим. Здорово. 129 единиц топлива для него мы с вами получили. Так, ладно, пошли дальше. У меня, кстати, есть чем кинуть, да, кирпич имеется. Боже мой. Батюшки мои, посмотрите, сколько их тут. Знаю, много. Идем дальше.